на тусовке открывает свою пасть. Куча фраз и понеслась. Можно в биты не попасть. Люди пришли на вас смотреть, а вы опять лицами в грязь упали, да. Я угораю каждый раз, когда MC на тусовке открывает свою пасть. Give me mic и понеслась. Можно в биты не попасть. Люди пришли на вас смотреть, а вы опять лицами в грязь. Давно, лет так пять, уже, наверное, камикадзе. Да, все верно, но я первый на деревне. Кого это заебло? Тишина и все по кругу. Рэп-завод на хате друга. А потом за правду в лоб мне разобьют лицо. А может нет, а может да. Может это все слова пустые. Как и темы, что вы трете, называя стилем андер. Подземный щит, нигеры, НВКСУ. Просто белые ребята, брат за брата, зуб за зуб. Делать рэп для показухи, а не прокачивать звук свой. Пустой футляр, но с наклейкой злой. Это круто что ли? Это задумка или проеб? Не въезжаю, то ли все хуево, то ли не мое. Слышу дыры-пыры, алё-малё. Ой-ой-ой-ой, все нормалёк. Слушай, рэперок, а что случилось-то с тобой, а? Но он мне не ответит, он на сцене, а я вне. Дальше буду, как отшельник, двигать на своей волне. Я угораю каждый раз, когда MC на тусовке открывает свою пасть. Куча фраз и понеслась, можно в биты не попасть. Люди пришли на вас смотреть, а вы опять лицами в грязь упали, да.